Да до этого-то вы это... Просто все привыкли то, что, блядь, слушать на... Чтобы мы говорили все. Просто люди не знают, что надо делать. Так это, знаешь, Копар, это то же самое, что... Мне вообще не предлагало мне. Что вот все привыкли, типа, блядь, ну, с ложечки кушать. Давай, добирай. Вон там, этот, Марк, где. Дайте мамонта. Там вон Ретрик что-то писал. Лучше бы Ретрика, конечно. Конечно, лучше вообще бы я бы этот рейд не собирал, нахуй. Да нет, блин. Что, есть мамонт только? Десятка, сука, час, ебать. Второй пошел. Заметили, что со мной хилом убили даже меньше, нахуй. Вот именно, нахуй. Ты все лучше хилил. Хотя там... Здесь в хилах вообще дело. Да, блядь. Ну просто вы дохните, нахуй. Давай суманите и пойдем. Убили, когда Десер сказал, что ты будешь хилить только когда миллион у босса останется. Чё там шкаф будет? Чё шо? То что ты говоришь, кидаешь две волны, у тебя нахуй два камана остается. Давай шкаф. Зергом же нельзя сейчас вроде. А раньше помнишь убивали? Вообще можно. Гера. Да нахуй. Вообще, зерк это тактика такая. Она как бы вроде его оф так убивал и иногда, но это надо давайте очень четко. Варты варка, спиритуля. А что это за вар вообще? Не знаю. Чек на пол. Это будет в два окна. Дайте этот... Пусть не варкат-то забьёт. Давай, каску. Вроде всё есть. Сейчас я рыбу поем. Я тоже. Ну я думал сначала, что я, может, я херово танчу, поэтому хилы и метки не хилят. Но как посмотрел, как кун выносит, это пиздец. Ну ему со мной руку сложно его выносить нормально. Не, я не спорю, но как бы тут вопросов нет. Я тоже представил правой рукой нахуй клавиатуру. Ну что, все это дома? Говорите сами, блядь, что-то мне похуй, вообще ничего не буду говорить. По-моему. Давай, сейчас подожди, я голосом включу. Сейчас ассист еще там, все пиздущие. Да, ассист. Дал лидера, короче, ставь лут на себя. Да, давай, пойдем. Лут ставь. Пулей. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало... Прист, не забывай бить через жив. Заходи. Заходи.
Остерегайтесь теней. Лезвие пошли. Был близок. Вар спиритуале. Зря ты вперед побежал, сейчас не было лезвия. Вар, вот сейчас беги вперед. Давай мне и дорогой. Один. Два. Назад беги, не вперед. Ты чё, дальше? Вот, зачем ты чаржишься? Что? Да не ты. Бежишь не в портал, когда выносишь метку. Вар, чё ты за хуйню делаешь, блядь? Не делай так больше, блядь. Так он не в РК поди, блядь? Виктор Рост, он в РК, он писал. Видел Вуди? Два раза он так уже сделал, да? Какой? Ты видел, что он потом, делал? Потом вижу, я все вижу. Дизармер. Крыс под Хильдека. Ты давал Росфиту, да? Да. Варгана сейчас не вперед. В ту же метку. У вас там светло, сейчас опасная метка была. А мне куда мне нести было вообще пиздец. Пацанчики, посмотрите, уважаемые. Дизармари. Топните чуть-чуть света. Мне 60 стукнет света. Ману сделяй за. Тут свету леди. Остерегайтесь тени. Цел тут, а? Он приз не забывает бить через взрыв, стопните в свету. Разворачивай, разворачивай. Он не метко будет там прохилил там. Свету бейте. Даже посильнее бейте, потому что 40 лет нет. Сейчас сильно меня хиль, но не могу стак, большая метка. Все, бьем одинаково. Оба мира. Ой, неси. Свету чуть-чуть стопните. Беги, малышка, беги! Нет. Да, правильно. Что, добивай? Чите, блин, обоих не раз. Слава ёбаным яйцам нашим. Я ли одного лара? Пиздец. О, плащик тоже возьму. Я вообще про него забыл. Ебать, поменяли. Плащик намного ничего не нахуй. Заметил, поменяли рыбу и сразу убили. Заходите. Да не, чувак, ты не воротил. Ты на другого ЕП. Заходите на ЕП. Да, я тоже буду заходить на Машеку.
Не, Вуди, согласись, блядь. Как вот ты с Фамбы хилил, как я, блядь. Ну, с тобой гораздо легче. Там, типа, рейд вообще не проседает. Заметно. Ну, конечно, там от шмота тоже зависит. Но, да, если бы он, у него сет был собран, нормальная ветка, нормальные символы и прочаренный, то все было бы нормально. Вы сейчас куда-нибудь пойдете? Т-10, кстати, не очень решает, если они не собраны все 4 штуки. 2 штуки там фигня бонус, он в десятке вообще почти не работает. Я танчил вроде нормально, хоть знать. Еще кто-то не зашел. Я. Да, кстати, как-то сделать фрост ДК с двумя триосами. Попробовать там кануть. Хуйня, хуйня реально, я пробовал. Слава, да пойдем походу убьем лича десигер. Мне хуй знает, собирать ему похуй. Любым помогу на 10 герлича, без ЕП мне похуй, просто помогу, зайду, если надо. Да, там не будет ЕП, именно 100 ЕП будет. Я 900 дал им. Чё, копар? Грузится, наверное. Вообще считаю, Славик, что 10 гер без лича вообще надо ЕП нахуй не начислять. Ну это да, блядь, но все равно там время же, блядь, шли столько времени, 2 часа, блядь. Ну это понятно, но, блин, это же легкий инф, чё там? Ну все равно ЕП, оно по сути же за время дается. Не, я понимаю, но, блядь, извините меня, будьте добры бить. Это как за Нубарака давать нахуй не 250, а 200 ЕП. Я зайду, первого босса убью, скажу, оно бы не убил, но вот первого босса убил хоть. Ну чё там, копар? Но у меня грузит долго, пиздец как. Да, отключи ИПГП, всё будет начислить. Сейчас. Копар, давай задонатим тебе компьютер. Давай. Добавь. ИПГП, хотя бы видюха у меня на системе-то нормальный. Просто видюхи не хватает. Знаешь, что потом будет трясти? А у меня видюха — это самое слабое место компа. Бля, пожалел денег, короче, купил Radeon. И, блин, сейчас уже пошли, купил видео. Там, короче, знаешь, что будет? Аппарат потом будет быстро загружаться, такой за секунду. Хуяк. Будет там что-нибудь треть собирать. Сука, где вы все грузитесь так долго, нахуй? Будет кричать в аркаду. Кто там в ВК десятку? Заходите. Я сейчас протоколом зайду. Уди, ты не забыл, что завтра ДФБ? Я помню, да. Просто я не могу ретриком, допустим, пойти. Я не знаю, я не могу, раз помнишь, что я иду им или нет. Поэтому, ну, как бы, не зайду. Могу сейчас здесь, он послушает.